вот это мне предстоит работа. Вот, а это что ж это такое? Как он тут оказался? О, класс, шикарный дракон такой золотой. О, этот как лев. Дракон это то же самое, как динозавры. А может они где-то вымерли, их надо раскопать? Решено. Иду раскапывать динозавров. Так, ну что ж, начнем. Да, тяжеловастенько. Я не сдамся, динозавры, держитесь. Так, тут ничего нет. О, а здесь? О, это же мой прошлогодний брелок, а я его всегда искал. Я тут дорогу строю, тут какой-то камень лежит, мешает мне играться. Маша, да это же доисторический камень. Тут могут спрятаны быть динозавры. Ого! О, вот это находка. Вот это работочка. Так, давай помогу положить. Оп. Маша, осторожней, тут могут быть скелеты динозавры. Ого. Ну а что ты думаешь, археологи, мне легко быть? Ну да. О, Маш, я уже что-то нашел. Блэйд, откуда он тут взялся? Да исторический. Не знаем, как он сюда вообще попал. Я тоже. Что это? Как он мог сюда попасть? Я не знаю. У меня нет слов. Маша, давай запускать Бейблейд. А как же динозавры? Потом. Ладно. 3, 2, 1. Ого, да он еще и светится. Вот это да исторический Бейблейд. Металлом Грей Стигнусом. Сейчас принесу. Ой, 3, 2, 1. Как это так? Горячий металл самый сильный Бейблейд. Как это так можно? А вот так вот. Чё, второй раунд? 3, 2, 1. Вот.
сейчас победю. 3, 2, 1. Гоу! Ура, победа! Ладно, я пошел. Это же нога динозавра. Oh-oh.